Понятия не имеете, как это было непросто. Но такой выбор делается раз и навсегда. Тебе и твоему брату еще многому надо научиться, но вы прошли все испытания. Добро пожаловать в призраки. Мы готовы. Мы тебя не подведем. Я в этом не сомневаюсь. Я горжусь вами. Все, вами конечно, обоим. Хорошо. Но что, черт возьми, нам делать с Рорком? Рорк, парень, который охотится на призраков? Да. Он хорош. Чертовски хорош. И он знает, как мы работаем. А как такое возможно? Он был одним из нас. Все началось 20 лет назад. Армия Федерации стала угрожать Южной Америке. Их предводитель, генерал Эль Магро, требовал пленения или казни всех рожденных в США граждан. Именно Рорк убедил Вашингтон доверить призракам решение этой проблемы. США направили свои войска для уничтожения Федерации. Рорк отправился устранить Эль Магро. Но Рорк стал одержим этим человеком. Он говорил о нем как о награде, охотничьем трофее. И он был готов на все, чтобы получить этот трофей. Для нас Рорк был легендой. Человек, который в огне не горел и в воде не тонул. Призраки были лучшими из лучших, но боялись нас именно из-за Рорка. Вас понял.
контрольный пункт. Не стрелять. Хеликс 4, видим конвой. Идет параллельно нашей позиции. Вас понял, вижу их. Отходим и начинаем заход на цель. Опасность близко. А вот они. Назад. Огонь открыт. Переведите дыхание. Разрешите, не по форме. А что такое? Думаю, что последнее. В общем, этот урод затопил весь чертов город и угробил половину своих ребят. И половину наших тоже. Мы призраки, Мерик. Мы закончим миссию. Да, но сейчас другой случай. Еще что-нибудь сказать хотите, сержант? Нет, сэр. Долго не выдержит! Там жарко. Ладно, достанем этого мерзавца. Трое как минимум, 10 метров. Будьте начеку. По твоему сигналу, Элис. Похоже, остались только мы, братан. За мной, мать, не высовываться! Вы
Это нам пригодится. Погоди. Я пойду с фланга. Ныряй, нападем неожиданно. Ныряй, нападем неожиданно. И пролей тут, я обойду с фланга. Снимем их по твоему сигналу. Хватай пушку одного из них. Приоритет выживания. Надо занять позицию на высоте. Как в старые времена, Элиас. Город рушится! Времени не осталось! Похоже, другого выхода нет! Это за мной! Сейчас развалится! Погоди. Ждем сигнала. Вертолет! Готовься! Группа объектов! Открыть огонь! Задницу Мерика. Ладно, перегруппируемся, потом берем Эль Магро.